Вы голосовали за объект благоустройства во Владивостоке? Да, голосовала. За какой? За постройку парка между Черняховского 13 и Ватутина 26. Ну, конечно, это же мой дом, это территория рядом с моим домом. Почему я должна была пройти мимо этой истории? Конечно, голосовала. Естественно, за наш Ватутина 26, за парк. Голосовала. Объект вот на между Ватутина и 26, это наш дом, и в сторону Черняховского. То есть вот у нас там территория по благоустройству. Это что такое? По благоустройству, да. У нас очень много людей голосовало, мы подключали родственников своих, вот весь район практически. Что важнее во дворах, детские площадки или собачьи? Ну, вы такой вопрос мне задали, я как бы и мать, и собачник, но тем не менее, как бы детские площадки, я считаю, важны. Ну, естественно, детские площадки, для собак должны быть свои площадки. Собачьи нужно отдельно делать где-то. У нас и котов выводят, вот, потому что, ну, есть хозяева, которые не следят за своими животными, маленькие собачки бегают и на детские площадки. Важнее детские, но должны быть и собачьи, чтобы собаки не гадили во дворах. Но у нас нет собачьих площадок, благоустроенных для собак. А детские площадки важны, да. Мы построили за счет федералов одну площадку спортивную. И сейчас в конце июля у нас начинает строительство детской площадки по поводу программы благоустройства 1000 дворов.